Тимиртау завершили занятия на площадке Street Workout. Стоит отметить, что в рамках данного проекта молодежь нашего города в течение 10 дней проходила специальное обучение от областных тренеров. Сегодня мы провели чемпионат по стрит-воркауту в городе Тимиртау. У нас было две группы, новички и продвинутые, чтобы все было честно, чтобы все было справедливо по уровню, по возможностям атлетов мы распределили по этим группам, и они выполняли комплексы по стрит-воркауту, состоящие из 4 упражнений. И лучшее время выявлялось у победителей, то есть первое место, второе, третье место. Новая воркаут-площадка, построенная в районе стадиона «Металлург», дает большие возможности для молодежи. В Тимиртау этот спорт развивается семимильными шагами, то есть руководство города Тимиртау построило такую замечательную площадку. Для ребят это огромная возможность приходить, заниматься и после работы, и после учебы. Честно говоря, такой площадки даже у нас в Караганде нету. То есть это отличная возможность, еще раз повторюсь. Ребят много, начинающих ребят много, также и продвинутых ребят много. Мы надеемся, что в следующем году этот проект продолжится, и мы будем продолжать тренировать дальше. Чтобы поздравить молодых людей, показавших свое мастерство в рамках декадного проекта, в мероприятии приняли участие и сотрудники городского акимата. Уважаемые присутствующие, сегодня мы присутствуем на таком важном мероприятии. Это первое мероприятие с начала года. Акимом города было задумано вот это строительство, вот этого стрит-воркаута. В настоящее время, как вы видите, все молодые ребята участвуют. Я бы хотел, чтобы тоже донесли до своих друзей, родственников, чтобы все всегда занимались этим видом спорта. В связи с этим от Акима города Тимиртау хотел бы вас поздравить с участием и власти. Акимат города всегда будет поддерживать вас, начинающих спортсменов. Среди окончивших занятия Тимерлан Эмилов, обучающийся в политехническом колледже города на архитектурно-строительной специальности. Начинающий с особого интереса подросток рад, что принял участие в соревнованиях. Я не ожидал, что я возьму первое место. Вот так вышло, что я первое место взял. Очень сильно рад. Давались легко, там всякие офицерские, капитанские. А тяжело удавались это принц на одного, принца на два делать. Направлен молодежный проект на развитие стрит-воркаута. Приняли участие в нем около 30 подростков нашего города. По окончанию занятий каждому были вручены призы и специальные благодарственные письма. В планах у организаторов продолжить данный проект и в следующем году. Meet you in the fucking lobby. Come with bags and bags and tummy. Club in the... Юлия Исланова, Жансая Айманбекова, Сергей Баданин, новости Тимиртау.